Всем привет! Сегодня будем красить яйца на Пасху самым простым способом с помощью чая каркаде. Яйца получаются очень необычными, оригинальными, имеют глубокий насыщенный цвет и рельефный рисунок. Список всего, что нам понадобится, смотрите в описании под видео. Первым делом варим яйца. Складываем их в кастрюлю. Заливаем водой комнатной температуры. Добавляем соль и отправляем на небольшой огонь. С момента закипания варим яйца 7-8 минут. В это время разделяем каркаде на две равные части. Получается по 40 грамм в каждую миску. Заливаем чай крутым кипятком в каждую емкость по 400 мл. Затем в одну из мисок добавляем 50 мл 9% столового уксуса. И сразу закладываем в обе части каркаде вареные горячие яйца. Оставляем их краситься на 3 часа. При этом жидкость должна полностью покрывать все яйца. По истечении времени аккуратно, чтобы не нарушить рисунок, достаем яйца из каркаде. В миске без уксуса яйца получились темно-синего цвета с ярко выраженным рельефным рисунком. А там, где был уксус, яйца имеют насыщенный изумрудный цвет с мраморным эффектом. И в первом, и во втором случае яйца вышли очень интересными, необычными, просто какими-то космическими. На этом можно закончить процесс окрашивания. Просто после полного высыхания протереть яйца подсолнечным маслом для придания блеска. И все. А можно при наличии перламутровых желатиновых красителей добавить яйцам красок. Для этого заливаем пакетик с красителем теплой водой на пару минут, согласно инструкции на упаковке. Затем воду убираем. Срезаем уголок. Выдавливаем на руку в перчатках немного красителя. И наносим его в некоторых местах на сухие окрашенные яйца.
По желанию, для усиления блеска смазываем яйца подсолнечным маслом. Вот и все. Оригинальные космические яйца на Пасху готовы. С наступающим праздником Пасхи всех! Если вам понравился мой способ окрашивания яиц, ставьте лайк, оставляйте комментарии и подписывайтесь на наш канал. Чтобы не пропустить следующее видео, нажмите колокольчик. До новых встреч!